Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как наладить работу кишечника. От нарушений работы кишечника страдает каждый десятый житель нашей страны. Врачи отмечают, что регулярное опорожнение 3-4 раза в неделю – залог здорового желудочно-кишечного тракта. Задержка стула может не только вызывать ощущение дискомфорта, но и стать причиной развития опасных заболеваний. Следует внимательно относиться к своему рациону, употреблять побольше воды, включить в меню продукты, богатые клетчаткой, овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Стоит приучить себя питаться по графику, так организму будет легче привыкнуть к регулярному опорожнению. Если ты длительное время страдаешь от нарушений стула, приготовь этот целебный напиток. Он поможет восстановить полезную микрофлору и наладить работу желудочно-кишечного тракта. Тебе понадобится 1 чайная ложка меда, 200 грамм воды, 1 чайная ложка семян льна, 1 столовая ложка семян чиа, 1 яблоко. Приготовление. Нарежь яблоко кубиками, помести в блендер все ингредиенты и взбей до однородной консистенции. Дай напитку настояться в течение 1 часа, чтобы семена чиа приобрели желейную консистенцию. Употребляй напиток каждое утро за 30 минут до еды. Курс лечения не менее 2 недель. Семена чиа способствуют ускорению обмена веществ и похудению в кратчайшие сроки. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.